Ну, для тех, кто касается Да, они, в принципе, дешевые. Кто из вечной поясные пряжки делал со своей профы уже? я. Что, сарани дорого стоит? Я не Ой, знаю, я не смотрел, я 16. все купил. 16 слиток стоил вчера. Сейчас гляну. Да у меня голды мало, 200, блядь. Ну что, 8 этих, блядь, медвечек, да, короче, сколько там? 4 слитка, дешевле всяко выходит. Да, я думаю, пока не буду брать. У меня, в принципе, чарки есть. Если я с кожевки понасобирал, кожи сделал. На мишку самое то 18 выносливости. 15,5 один слиток. Ну а потом уже 17 и выше. Ну, после рейда, значит. 60 плюс одна земля, она 40 стоит, а другие две, по-моему, по 50 стоят. То есть 140, ну 200 голды получается. А еще по фростшмоту, думаю, если мы до Сапфирона на этом КД доберемся, то у меня там уже половина регов есть, что по А у извечке. вас закрыто в Наксе? В Наксе Какой Эй, нам нужно пройти. паучий закрыт, и военный, кроме всадников. Остальное все не закрыто. Понятно. Давай этот. Кидай патин на содиума. Я все, я готов. То есть Кукушка. ресец или нет? Да. Нет. Нету? Нет. Если боссы, которые убиты, блин, до них трэш. А этот АОС у вас закрыт? 25. Да. И АОКа вы не ходили, да? Не, ока нет, ключ надо. Ока надо тут еще. Ну Сафферона, да, вроде падает. да. Угу. Ну ладно, погнали, потравим. А выбора-то нету. Вот Да, так да. вот, Сафилов не нравится. Не нравится, говоришь? Нравится вообще самый топ, мне кажется. А, ну да, круто. Лоу Гира можно одного реста шамана в холле пала поменять. Влад, ну что думаешь, писать в чат? А че это РДД ищем? Так, это все пришли, кто будет, получается? Ну, пока что да, как я вижу. Не, я имею в виду, может, кто-то типа написал, что он просто на второй аккаунт зашел. Либо, ну, чтобы не сидеть, время не ждать. Не видел такого. Но обычно делают, заходят в рейд и выходят просто на другого персонажа. Чтобы хотя бы видно было, что человек здесь. Лилхаммер, как освободишься, плюс они. Угу. Не, как надо будет, вы скажите, я сразу зайду.
У тебя на боты есть реги? Или надо будет фармить? Живучесть? Ну да, клыка. А, нет, сколько грез нет. Там банки вроде есть, если ты недалеко. Я в городе пока. Ну, смотри, там две штуки всего надо. Сейчас посмотрю. Я два наскидал, еще шмотки сейчас заберу. Там распылишь сразу на месте. Да у меня само в банке не лежат, да. Надо было перекинуть в ГБ. В Дисе еще запостили новости, типа бложек по текущей состоянии стабильности серверов. Как это по сирусовски, блядь. Ну я у нас осколки грез 14 возьму, потом остальные закинешь обратно. Больше ничего не надо. Нет, знаешь. Что-то я не понимаю, кто знает, где Влад там, что он не в Диссе, кто-то вылетел или что у него с компом тут? Блять, и как вот повторить это сообщение теперь? Какое? Да в чат добирал, это РДДшников, блять, и Дискорд потом челику скидывал, и, сука, еще раз надо отпечатать сообщение. Мальт вверх. Да, мальт вверх. О, хорош, спасибо. А то я забыл, я думал shift вверх. Ну, два слота.
А есть у нас ювелиры? Ну, я знаю точно, что у пана есть. Вот, он мне делал камни на выносливость. Вот. А насчет других рецептов я не знаю. Все же там разные нужны. Кому сила, кому СПД. Интересует. Меня интересует СПД. Красные на СПД и синие и эти оранжевые СПД хаст. Альтеф, нажми, посмотри в гильдии в профессиях. И Тёба на варе. С ником вар. Ну, здесь гильдии нормальных нет. Поспаем. Мне написал Хан по нику Валентины. У него там вроде бы еще что-то было. И тридцатку берет, короче, за огранку. Какого мы ждем? Одно тело и Лилхаммера берем и двигаемся. Без ханта? Ну, ханта пока нет онлайн. Ого, я не знаю. Протеус тут и Цыпа. Да, лута без ханта мы не убьем. Ну, вон там 4 мага есть. Дело версу снимать с гута. Я вот хоть сочи-то купили, хоть какие-нибудь чарки там. Теос тут ты. У нас еще минут где-то 10 есть времени примерно? Да, есть, если надо, отходи. Угу. Если кто-то в Накс полетит, мы там с Локом в шкаф, это самое, тыкнем, посумоним всех, может пойдем чистить куда-то трэш. Там только один трэш перед боссом. Или на другой квартал хочешь? Да я вот не знаю, сейчас Влада спросим. Пойдем ли мы сейчас сразу на всадников, или может какой квартал почистим.
Шмот-то никто не отменял, всем шмот нужен. Давай тогда шкафанем Протеус и отыкнем. Посумоним сюда хилов, танков. А вар будет в рейде, да? Ну. А, к тому же, что он в рейде сделает камушки, я так понимаю, да? Ну да, сейчас я сумму у вас вара и те, как они. White Rabbit Mac. Меня тоже можно засумунить, я Лилихаммер? Да. Ничего себе, у тебя голос, ты не озвучиваешь там фильмы какие-то? Да, он как раз озвучил. Мне тоже кажется, что-то озвучилось. Да в Ютубе откройте этот Дмитрий Бейл канал. Это вот. Ты серьезно? Ну, он отнекивается, конечно, но вы ему не верьте. Кого открыть? Дмитрий Бейл, есть такой канал на Ютубе. Сейчас ссылку дам. Я нашел 1,5 миллиона подписчиков. Не, ну у него, я смотрел Белла по голосу, и стримы стрелял, у него другой голос. Ну один в один голос просто. Я что-то не догоняю, вар в гильдии ЧСВ, но при этом он в гильчат писал у нас, или мне казалось. Не в гильчат, в рейчат. А, все вижу. Там ренегаты, наверное, могут. Да. Вар, ты в Дискорде? Да. А ты мне бесплатно огранишь их? Давай бесплатно сделаю. Могу платно сделать. Как тебе сделать? Не, мне больше бесплатно нравится. А это, может, кто качал химию? Вы находили рецепт на изначальную мощь? Ни в одном вендоре не лежит, блядь. Что тебе сделать? Трансмод. Господа хаст. Написал тебе. Так а че со вчерашней пачкой не придешь, что ли? Который наварил. Так вот он здесь у нас, естественно. Есть? Я, наверное, путаю. Не путаю. И Лем у нас был еще вчера, тренинг, который выиграл. Он подиум. Да. Накс летим, короче, да? Спасибо. Спасибо, брат. Ну, забирай быстрее. Может, на чумку какую-нибудь сначала пойдем или куда? Может, все-таки закроем квартал? Сейчас, ну, пойдем. Наверное. Лута мы Влад говорит не потянем. Ну вообще потянем, но надо, во-первых, набрать кого-то, желательно Криорхан, да. Вот РДДшек у нас хватает.
хер его знает. Ну, в принципе, смотри, как бы, либо вариант это идти на военник, пытаться добивать. Даже в 24 там потянуть можно, там на самом деле главное, чтобы люди выжили просто. Вариант второй, это можно пойти убить, как я тебе написал, Чумного, и пойти после этого убить Лоскута и Гроба. Ну давай так, потому что это все-таки шмот какой-то допадает, получше будет, чем ничего. Ну, давай так. Паладинов меньше стало, по-моему. Ну да. Да. Он от Цукаши просто живот заболел. А куда мы идем? Погнали, вон танки пошли, пошли. Ну, пошлите, но это Чумного сейчас, когда закроем. И потом пойдем на... У вас на фрост... Фростмаг шашлычок. Если что, здесь фрост-резисты как бы. По горгуле все свечники, абсолютно все, без АУЕшки, точно. Убираю ему ВК, но что не берет тут. Ну, слот пока лучше оставим, пойдем, потому что Хансу это пригодится. Сейчас попробую еще раз набрать. Убил, найс. Короче, сказ можно сбить покаяние. Астана не работают? Не работают. Она всем сбивается фиром, короче, на нежить, пока репа и... А, то есть я могу фиром сбить, все нормально, окей. Маги, можно стол поставить? Видимо, нельзя. Сейчас поставлю. Кликните на стол. Погоргули все. Мана нет. Можно кто-то еще будет хилить? Мне кажется странным, что такое время не здесь.
Шашлычок, Мак, ты слышишь меня? Шашлычок, у него какое-то собрание по Бакту Диси. Сказал, через 5 минут зайдет. Да и шамик опасный нет в АФК. Там зайти и 3 метра пройти, на чем забираться. Если по одной лагерь, то будет все нормально. Обновите, там лишний сопрот будет. Ну, короче, я пытался дозвониться до фонтана, что он меня лёг. Владимир, никто не хочет кулак дать. Домошник уже еще было пауэра коня убрать, тоже говорят на это. Вот. Еще, спасибо. Да о чем вы тут пауэр и аура не могут поменять? Вы еще, блядь, баха просите нахуй. Нихуя себе, блядь, вам придумали. Дерзость не знает границ. Да, вообще, блядь. Сами не понимают, что у нас их. Бафы какие-то еще, да, блядь. Ну, стойте, давайте, куда побежали? Стойте, стойте, пожалуйста. Да пусть они сдохнут, нахуй. Стойте, блядь. Один секунду. Вы под стаками, блядь, руку от побежали. Кто-то не выжил. Я думаю, они были слишком слабы. Я-то да. Хули, мы ж читать-то не умеем. Там вот где премиум у вас висит, там надо иногда мышечку наводить и читать, что ж там вешается на вас. Сервер? Вот этот дебаф V-Bronze, да? Он убивает? Зачем вы навели на этот баф, блять? Уронили сервер. Ложится сервер, ребят. Я никуда не убегал, но все равно умер. Да ты просто как ложится сервер? Что если сделать? Если ложится сервер, я тебе сейчас скажу, что делать. Короче, просто берешь, нажимаешь Alt+F4, заходишь в корневую папку словом и удаляешь ее. О! Класс. Уже это работает, наверное. Сейчас проверю. По крайней мере, сервер больше у тебя не будет ложиться. А еще лучше нажимаешь мой компьютер, диск C, правой кнопкой мышки форматировать. Туда точно зайдет. Ну, да, так не работает тоже. Блинды. Компьютер работает, так получается. Проверял, сходи, короче, проверь. Короче, предложение. Есть такая мулька, короче. Заходите в общий чат. Сейчас, пока вам скучно, вы послушайте двухминутный трек, как релил рейды один из легенд. Кто же? Сейчас, секунду. Только не говори, что ты Авалдис. Не, это Каноп. Каноп? Ой, не, я
смотреть не буду. Мне хватило с ним там, ходить. Там не смотреть, там музычка. Арти там сделал минус, типа рэпа, короче. Кому интересно, подрубайте его там внизу. Заходит. Лёня, блядь, не будь долбоёбом, блядь, ёбаный в рот, блядь. Хули, блядь, даже можете не быстренько, можете, блядь, долго. Ну я начал потихоньку. Это у нас, блядь, шаманы, блядь, имбецилы, блядь. Давай, шевелись, Каперсивен, блядь. Каперсивен, Рачина, блядь. Серьёзно, это был бы Кик ЧС и привет маме. Миша, мы ваши, блядь, ну ёбаный по голове, блядь. Давайте, ну кто там стал, этот артефект? Напиши, блин, маму твою целовал, привет передавал, блядь, в кино водил, блядь, давай. Давай, до свидания, блядь. Магистр свинья, агро не рви, блядь. Ладно, я сейчас удержу, блядь, бей босса, блядь. Все, Вова, до свидос, блядь. Пусты прошли, завяли помидоры, блядь. Наркопро, ты сейчас, сука, заблюешь миликов, я тебе разобью ебало. Я вообще вот сейчас могу оставить этого босса и пойти себе в кашу. Вообще, блядь. Ух, кто сорвет агро, блядь. Да там Вова, блядь. А почему в этот самый Вове в даже мамки пойти? Не помогут, там, блядь, уже ничего не поможет, блядь. Даже если диспират помолится, блядь. Убегайте от луж, вот там маги, in the lols, блядь, я тебя узнаю с миллиона, блядь. Не рольте то, что вам не надо, блядь. Слышите, блядь? Парапеты, блядь. Компульсивный парапет. РК, значит, не вылетел, значит, тупо АФК. Да. Говорю, почему мы приду, решили пойти? Мы блядь, хуй кто спалит. Компрессивен, да. Понятно, блядь. А, понял. Сейчас его кикну с рейда, доберу кого-то нормального, блядь. Кто будет бить босса, не будет АФКшить. Нахуй мне такое надо, блядь. В рейде, блядь. Вышел, скажет, интернет вылетел, блядь. Я на эту хуйню не поведусь. Скажет интернет, отвечаю, кикну его сразу с рейда за то, что только хотел наебать. Стоп, ДД, стоп, ДД, стоп, ДД, все, стоп, ДД, не бить босса, стоп, ДД, не бейте босса, тупые, сука. Вот ШП тянет, кто? Каперсивен, анрол. Сал, блядь, бутылку и под стол, блядь. Все, ну сейчас с масками люди будут вставать. Как это лагает, самоните, пожалуйста, еще раз откатило. Сейчас у меня. Тыкайте. Что-то я передумал. Куда лучше морсика попьем? Не лезет вообще никак. Слушай, давай я починюсь, пока шкаф стоит. Звоните мне тоже по-быстрому. Давай, давай. Все тут пошли пока трэш. Да ни одного. Ну.
Я резист поставил. Опасно, да, есть, это, тут репу даже качать можно. Не, там, короче, надо специальную точку выполнить, надо сначала все квесты выполнить по Нордскоу, и только тогда тебе, короче, дается репутация с Нексрамосом. Оттуда можно полутать 260-е кольцо. Ё-моё, стойте, типа, похильтесь. Ну, это который на X3, да, делали мы? Да, это делали на X3. Пиздатое кольцо бисовое, блядь. До выхода Ока ЗС, блядь, просто топно. Я еще знаю, что бриллиант падает. О, здесь-то бриллианта не будет, скорее всего. Здесь бриллианта не будет, но здесь, короче, за выполнение всех квестов волка дается, блядь, по это, по 25-3 голды на почту сразу. Чисто. Сироски отрастут. Серьезное, кажется, изменение в сервере. Да. Необычно как-то. Постойте возле хилов, похитесь. Зачем напомнил? Это кажется только друиды могут, да, вот эти квесты делать? Да. На кольцо, вроде бы только друли, я слышу. Там друли, еще эти кресты и вары могут. Ага. Где будет квест? Но прикол в том, что кольцо на всех одинаковое, да? Слушай, да. Не, он сюда не придет. Можно вон в уголочек добиться и все. Сейчас я скрипт пропишу, короче, на уменьшение хп. Сейчас пойди. Давайте забанили всех наших. Покушайте рыбку. Слышь, ран. Процент Т уебать. Такой макрос? Да. А чё на этом, я не помню, это не тот, который телепортируется, другой какой-то, да? Это тоже телепортируется, но здесь он когда тпшится, он просто мобов призывает, надо их запить. Это манекен. Да, вот декурсии тут надо будет. Бля, я как раз забыл установить его. Ну ладно. Можно через хиллбот декурс. Я на декурсе постою. Вам что там, два танка надо, не? Вы с варом? Там вообще много, не надо одного танка. Короче, я по декуршу тогда тоже. Окей. А что там, мало коня уйдет куда-нибудь? Все. И лапку, пожалуйста, бафните. Таймер дашь там, да? Да, да. Все? Все готово. Шашлычок, что-то еще. О, куда не поехали? Куда поехали? Дайте рыбу похавать. Я бы за нее, за ней стали, блять, нихуя не видно. А что вы по ней бегаете? Ну, ребята, ну вы серьезно, блядь, ну съебитесь с ней нахуй. Скажи спасибо, что сама не села. Ну, блядь, ну вот ты специально стал, да, блядь, шаман? Да все, успокойся. Спасибо большое. Шамик, отойди. Да я уже поел. Да, запускай, не? Да, запускай. Да, героизм. Можно Геру. Заплять или куда? Станьте, мои воины!
собирай профиль. Бля, Кадыров умер. Бля, Шашучок умер. Лекаря ему, лекаря, блядь. Слишком сильный. У нас у нас на грани, то вообще ноль просто танков. Да, танк просто похуй. Заберите с меня его, блядь. Ну ты в курсе, что когда он тпшивается, он скидывает агро полностью на хотя бы там 2 секундочки подождать, нет? Будешь знать. Лежи, блядь, уже, пускай не сам будет, не давать не пошел, блядь. После этого петуха Хейган, да? Да, на Хейгана пока не пойдем. Андрей, дай, ждай, пока Гим на ман. Они десятки вчера потренировали. Ну мы, да.
Go, может, хотя бы на пару траев посмотрим, как люди вообще. Можно, можно глянуть, в принципе. Люди типа одупляют или нет? Типа, да. Ну, большинство хотя бы одупляет, не. Я там за Милика бегал, там РДшники вроде стоят на платформе, да? Ну, на первой фазе да, на второй они тоже бегают с нами. Что, мы зайдем на Кейгана, да? А? Зайдем. Сейчас иду. Сейчас иду. Тадиоса уже убили или нет? Нет. Нет. Че, это Ршам и Хулипалы, да? Сейчас я приду, я буду делать АФК. Тадиосу, рольте вот это. Протулс, нет, ШМ не нужна. Вчера такая же позвала. Зачем скорее это кольцо смотреть? Чтоб мана была. Логично. Ты просто не в курсе, что ему дух, наверное, на ману. Это чё, ханты, которых у нас нету, да? Да, ну шамана может там энха будет делать. Там и будет кто-то энха делать. О, смотри, перчики какие. Пиздаты, но у меня эти Т7. Протеус тебе надо? На успек кидайте ролл, протопалы, вары, кому надо. Солнышко, юй. Памер. Короче, тебе кинули лхаммер, если что там... Не, давай не мне, давай не мне. Юи, давай. Да юи они ни о чем. Это блокирование зачем? Щитом, это не смешите. Солнышко тебе или вару отдать? Да, вару, да. В
Вар, тебе, потому что ты спекался где-то, я помню. Да, Рулу. Не, там остальным не надо, они отказались. Тебе закинул там. Может, квест на ШМ, когда будешь делать, чтобы стамы побольше было, там будешь одевать. Да, у них к тому времени уже сундук. Буквально на днях, я думаю, уже квест на ШМ. Это я пошутил, блядь. Вот-вот уже откроется сейчас. Да, через полгода. Лут переставь пока, мисс. Да, да. Это вы по стенке пошли, да? Да. Нихуя. А, у нас сова есть. Опасный, а тоже челик какой-то с ютуба, там есть скетч или как он такой, не знаю, опасный. Заходим аккуратненько, уже. Сюда можно за мной пройти, здесь так. У нас там что-то шашлычок и Арастрос отбили с стаи, блядь. Да, я работ так не могу. Я пока пойду гайд посмотрю, бля. Блять, визуально так сложно эту, блять, границы эти увидеть. Синяя. Не, широковато сделал. Нормально. Здесь Арктика, наверное, Галактика просто, парень, как она была вообще. Его убить только можно в том случае, если у нас будет хам. Зачем хам? Чтоб он включал дух этот, блядь, Аспида, короче. Просто мы под Аспидом бежали по... Дух стая. Нет, ну. Ничего. Если вы умеете бегать, то нормально все и без этого. Не, это я согласен, но типа, ну все равно профит не было, потому что там правильно. Короче, вкратце как. Бой начинается с миликами и с боссом в звездочке РДД на платформе. Потом происходит взрыв, перебегаете в кружочек. В кружочке не будет лужи. После взрыва в ромбик перебегаете. Потом после взрыва из ромбика в треугольник. И обратно так. Из треугольника в ромбик, из ромбика в кружок. Это вы с миликами бегаете. А когда он телепортируется, все уже бегут. И РДД, и милики, и весь рейд идет в звездочку. Происходит первый взрыв, и вы из звездочки перебегаете в кружочек. И второй взрыв, он будет буквально через 2 секунды. Вот, и каждый взрыв будет буквально каждые 2-3 секунды. И нужно после взрыва, вот взрыв произойдет, вы в звездочке стоите, везде нету взрыва. Вы перебежали сразу после взрыва, там где была зеленая эта хуйня, сразу в кружок. Взрыв произошел, сзади произойдет и в ромбике, и в треугольнике. И сразу из кружка вы побежали в ромбик. Произошел взрыв и побежали в треугольник. И потом обратно. Из треугольника в ромбик, из ромбика в кружок. И так бегать туда-сюда. Сейчас... Ладно, не останавливайтесь, вообще ни капли. Я сам здесь 6 лет назад был и не помню. Ну, сейчас посмотрю, сдохну, нет. Сколько? Ставка. Ставка? Да пока я не знаю. После первого вайпа потом посмотрим. Не, если мы переживем первую...